паутине. Да, было показано, как паук, как будто паутину так ставит. Да, у фост аратат, как же era сетка, что е дидеаса. Но эта паутина такая частая была, такая густая. Что ещё не era принц де сетка аста. И кто был пойман в этой сети, в этой паутине? У фост аратат, как ну виде де слушит каля Домну. Показано было, что он был ослеплен и не мог видеть ясно путь Божий. Что мы требовать, Домни, что им сам нас? Я спросила, Господи, что это значит? Что сетка, что я раскрыл интернет. И на этой сетке было написано интернет. Что у фост аратат, как плану вражмашулу, să prindă poporul Domnului în setca asta și să și adâncit mai mult în trânsa decât în cuvânt. И было показано, что народ Божий, план врага, что народ Божий был пойман в этой сети и больше углублялся в этой, чем в Слове Божьем. Și Domnul spus, nu pune nimic stricat înainte ochilor tăi. И Господь говорит, не поставь ничего скверного перед глазами твоими. Nu te uita la ceea ce nu zidește și nu dă viață. Не смотри на то, что не созидает и не дает жизнь. Și-a fost arătat că sunt suflete aici. Показано было, что есть души здесь. Care stau pe internet și chiar au o plăcere. Которые сидят в интернете и получают огромное удовольствие. Și nu citesc cuvântul Domnului. И не читают Слово Божие. Și Domnul a spus, iată vine vremea. Господь говорит, вот приходит время. Când vei sta înaintea mea. Когда предстанешь предо мной. Și vei da socoteală. И будешь давать отчет. De vreme și ai trăit-o și n-ai prețuit-o. Временем, который ты жил и не дорожил. Și vei fi judecat după cuvânt, cum te vei dezvinovăți. И будешь судим по слову, как будешь оправдываться. Și-a fost arătat cuvântul Domnului. И показано было Слово Божие. Ridicat sus și pus înainte poporului. Поднят вверх и поставлен перед народом. Și Domnul a spus, plăcerea să-ți fie în el. И Господь говорит, удовольствие твое да будет в нем.